Золотые фазаны спокойны и крайне осторожны, предпочитают жить поодиночке, а в группы собираются только весной, когда наступает брачный период. Как и все животные, самцы начинают вести себя агрессивнее из-за повышенной концентрации гормонов. Ареал золотого фазана не так широк. Он обитает в Китае, Великобритании и Восточной Монголии. В Китае и Монголии предпочитают низинный горный пояс, предгорье, а в Соединенном Королевстве – хвойные, лиственные или смешанные леса. Выбор птицы обусловлен тем, что в лесах и предгорьях много высокой травы, где удобно скрываться от хищников. Питаются пернатые побегами и листьями растений, но иногда включают в меню пауковых насекомых. У каждого золотого фазана есть собственная территория, которую он защищает, так что и кормится он только в ее пределах. Несмотря на большие крылья, эта птица предпочитает наземное передвижение из-за большой массы тела. Пернатый ведет исключительно дневной образ жизни, а ночью отдыхает на деревьях. Как и другие фазаны, золотой очень быстро бегает и способен развить скорость до 40 км в час. В Китае золотой фазан считается символом достатка и процветания.